У меня в руках обычная швабра. Нам нужна сама планка. Опускаем на коврик. Так. Ставим полупальцы возвышены, пятки на коврике. Спина прямая и выполняем приставные шаги вправо, влево. Дальше. Планка посередине стопы. То же самое. Приставные шаги вправо, приставные шаги влево. Планка ближе к пятке. И снова приставные шаги в одну сторону, в другую. Упражнение очень больно. И правая, левая стопа выворотна. Упражнение елочка. Выполняем вперед шаги и возвращаемся обратно. Продавливаем пальцы ног вперед и назад. Выполняем небольшой нажим вниз. Продавили пальцы ног, толкаем пятку вперед. И почувствовать натяжение по подъему стопы. Вот весь подъем стопы в натяжении. Толкаем пятку вперед и небольшой круг пяткой в одну сторону, в другую. Отпускаем. Вторая стопа. Продавить вперед, назад. Продавили пальцы ног. Толкаем пятку вперед. Почувствовать натяжение по подъему стопы. И вращение в одну сторону. Небольшой круг. В другую сторону. Отпускаем. Дальше пятку бросаем в пол. И ускоряемся. Движение идет по инерции. И поймать вибрацию. Стопа, колено, выше колена, живот, щеки. Вибрация по всему телу. И постепенно ускоряемся. Крупные мышцы расслабить. Передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра расслаблены. Становимся ровно, закрываем глаза. И как мы чувствуем одну стопу, какая вторая стопа. Открываем глаза и то же самое, вторая стопа. Бросаем пятку в пол и постепенно ускоряемся. Вибрация выше колена, по ноге, по животу, по щекам. Закрываем глаза, как мы чувствуем одну стопу, какая вторая стопа. Открываем. Небольшой шаг в руках вперед. Ноги прямые, поднимаем только пятки. Поднять, опустить. 8, опустить. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задержаться, опускаем пятки. Одна стопа вперед, другая назад. Стопы на одной линии, расстояние здесь стопа. Ноги прямые, поднимаем только пятки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задержаться, опускаем. Нога, которая впереди, стрессный шаг. Здесь выравниваем большие пальцы ног на одной линии. И пытаемся выпрямить ноги. То же самое, поднимаем пятки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задержаться. Опускаем. То же самое выполняем на другую сторону. Ноги присогнули, ладони к стопе или за стопы. И пробуем выйти в складку.